Всем привет, это Культяпка. Ответьте мне, что может быть желание Арканы? Для дотеров ничего. Аркановая лихорадка — это новый ивент на Epic Loot. 10 новых кейсов, в каждом из которых лежат арканы, и да, даже в кейсе за 9 рублей. Почти память удаленного сыра. Получи ZHC баф или открой скинопортал. Что делать, решать только тебе. Ну а чтобы открывать кейсы было еще более выгоднее, юзай промокод, который ты видишь на экране. Получай 15% пополнению баланса и повышенный шанс на выпадение арканы. Лихорадка объявляется открытой. Ну что, пацаны, сейчас Олежа будет разъебывать, у меня есть ощущение. Королевская битва, я думаю, двоечки. Сейчас будут, как обычно, стрим-снайперы, там вся вот эта тема, но нам не страшно, я думаю, мы сейчас будем сосать, хотя я буду стараться. Ставка будет, конечно будет, пацаны, ставка. Выиграю ли я ГУЛАГ? Ебать, вот такая ставка, ребят. Да нет. Сейчас я буду показывать вам офицерен Зальдатен. Hello, bro. Hello. How you doing, man? Ау! Ебать, захуярили, читер! Там right. Читер был, я видел. Там читак, надо репорт дать. Вот базарю вам, там тупо стокер. Нахуй читок, ну расстрелять! Все, погнали, ребятки. Лянь за меня какой-то, лянь, тупо гачист в маске. Ебать, тупо гачист за меня, лянь. Под стоны с гачистом буду прыгать. Ну что, тогда в данжен нахуй летим. Где тут данжен? Где мы нахуй? Где мой тиммейт? Мой тиммейт? Где я? Подожди, мы ж выпрыг... А, это я не выпрыгнул. Я думал, это он, долбоёб, не выпрыгнул. Я... Ой, блядь. Бля, все, короче, собрались. Там просто стоны играют, я ни хрена не понимаю. Я думаю, кто не выпрыгнул? Да вот сюда, давай. Го-го-го-го-го-го, дюд, го-го-го-го-го-го-го. Спецназ, нахуй! Где? Ой-ой-ой-ой, блядь, подожди. Lied to me. Да он, блядь. You hurt my feelings. Да сейчас все будет, погоди. I don't love you anymore, stray. Да закрой ебло, я, сука, лежу. I don't love you anymore. Да закрой ебало, я и так ничего не слышу, у меня гачи играют. Да пошел нахуй, конченый, блядь. Еще ебало открыл, у меня гачи играют, блядь, дура пиздит. Конечно, тиммейтик, ну, улетел, сука, он на гелике едет, на матовом. Естественно, маску гачиста надел и на матовый сел, блядь, под музыку. Ой, издох, издох. Good job, my friend, very good. Блядь, на нахуй, смотрите Виталю, блядь, пока я в ГУЛАГе пишу, блядь. Охуеть, это самый больной стрим на Твиче, нахуй. Какая ж пизда происходит? Почему я играю в колду под Виталю? Стоны, блядь, за меня тиммейт, который вообще нихуя не понимает, блядь. О, нихуя себе. Сюда. He's on your left, he's on the left side. In mid left, camping behind the box. Закрой ебло. He's going towards mid, he's still mid left. Behind the box thing. He's coming towards your spawn. Да заходи нахуй, ты мне рассказывай. Сука, сюда, блядь! Солевой фраг. Good job, good job. Так, ребятки, на нас вся надежда. Потому что меня зовут Виталя, и я реальный кем. Кемпер, ебать, ты видишь? Смотри, геймплей. Чтобы довести дело до конца. Ты понял? У типа геймплей нахуй, я его даже не слышал, потому что у меня Виталя реальный кекс, блядь. Кемпер сидит. Виталя. Бля, нормально, сейчас разыграюсь, пацаны, такого завезу вам скилла, вы охуеете. Потому что я хайскилл, понимаете? С тиммейтом, пацаны. С тиммейтом, поэтому я капитан, мне похуй, я капитан. Я прыгаю, вот то, что он высветил, мне похуй, я прыгаю в формула. Все нахуй, собрались, пацаны. Под меня я должен разъебывать, согласитесь. Сейчас, блядь, надо... Редо, Редо, come here, come here. Yes, yes, dude. Ishan, okay. Let's go. Okay. Let's go, let's go. Бля, он деньги будет собирать? Или только я лавеху собираю? Okay. Арестовал. Что будет дота сегодня? Да, будет дота, она была, кстати. С поправочкой, с переходом на колду, скорее всего. Потому что я вчера... Ну, меня позавчера ГБН арестовал, и я ничего не делал. Ну, я типа... Мне лень было что-то махинировать, и я, короче, нихуя не делал, поэтому... Ну, я понимал, что я сегодня тоже в тюрьму отъеду. Вот, поэтому все нормально. Бля, а у меня у типа 800 баксов. Там, блядь, стоны какие-то мужские, блядь. Да ну нахуй, блядь.
Да больно нахуй! Ну конечно засада, я нихуя ж не слышу, у меня ж стоны вон сидят, блядь. Погоди. Я чую, что тут засада, блядь. А я слышу мужские стоны, естественно, блядь. Естественно, нахуй, у меня мужские стоны играют, и я не слышу засаду, блядь. У меня блядь. Охуенно, контент, блядь, геймплей, нахуй. Надеюсь, там Андрюха всех ёбнет. Ебашь их всех, брат. Давай, там Андрюха разъёбывает, по-моему, слышишь? Ага, Андрюха пизды. Ну, конечно, они дождались, пока я комплект взял, блядь. Но проблем, дюк. Сейчас ГУЛАГ и НЕКСТ, ебать. Сейчас, я уже знаю, что за игры будут. Where you from, Russia? Yes, дюк. Найс. Я рашу тебя, мне похуй. Где эта дура? Сейчас бы шаги в колде слышать, да? Что за хуйня была? Что мне дали за пукалку? Она не стреляет. Я ее зажал, а она, кажется, по одному патрону хуярит. Ебать, себе знал, что она по одному хуярит, я бы хуярил. Ну сейчас посмотрим, Андрюха, что Андрюха нам покажет. Но судя по Андрюхе, он ничего не покажет. Все, наигрались. Не проблем, дюк. Так, покинуть игру, next. Так, сейчас, нам надо скипнуть эту хуйню. Ладно, сейчас мы попробуем по-другому сыграть. Сейчас мы сыграем более сейвово. Потому что я сейчас прыгаю в такие места, где прям, ну, там куча домов. И, очевидно, нужно слышать шаги. Мне надо прыгать в те места, где открытое пространство. И где меньше домов и всяких вот мест, где можно зашкериться. Потому что, ну, я просто никого не слышу. Вот, есть одно место пиздатое, вот это вот. Тут full open. То есть, типа, бункеры снизу чуть-чуть домиков, но мы на них оставимся. Контакт. Приближается солдат. Ну, блядь, где мой тиммейт, нахуй? Хелп, блядь. Ну, я одного нокнул, ну убей, ну вон. Ну, блядь, ну попади, ты шо, бот? Ебать, вы видели эту хуйню? Я нокаю одного, второй стреляет меня, мой тиммейт тупо АФК, блядь. А, мне фраг дали. Нормально, мой тиммейт убил второго. Вражина есть, нахуй, на скиле, блядь, разъебанный. Сука, скилы сюда. Сейчас он меня еще выкупит, нормально. Тупо разъебал сынка. Чувак не знает, что я служил, блядь. Я стреляю, нахуй. Пистолет, нормально, по одному патрону стреляет, да, наверное? Твоя очередь, солдат. Уф, не-не. Вот, говорит, это скилл зашел в игру. Понимаешь, эта игра создавалась чисто для меня. Я возьму маму, конечно, брат. Говно вопрос. Ну и что? Давай сюда мне любого. Сейчас я им кое-что покажу. А что, тут никого нету? Пугались ты меня, стопудов. Ну что, надо вниз идти. Я так понял, мой тиммейт не особо любит сражаться, а я воин, ребят, вы знаете. И я люблю просто идти вперед. О, вот это нормальная тема, слышь. Что-то мой тиммейт какой-то нищий. У него, он вроде бы не умирал, но у него почему-то армора нету. Я не могу идти в дома, потому что я... А, вон, на крыше тип, вижу. Нихуя себе заимил на скеле. Блять, напугал. На нахуй, два армора. Тейк, дюд. Блять, он... Армор, плиз. Хил, бро. Блин, пошел нахуй, не взял. Ну там типы комплект уже взяли. Give me your money, дюд. Give me your money. And let's go, ладау. Your money, бро. Money. Мы в безопасной зоне. Остерегайтесь врагов. Блять, как же долго, нахуй. Let's go, ладау. Тейк армор. Типа, блять, такое ощущение, что за меня компьютер средний, блять. Блять, тейк армор не взял, выкинул два армора в итоге. Ой, блять, ну почему за меня боты попадаются? Шо в доте, шо в колде, надо в соло тащить. Еще и под стоны, блять. Возьму комплект и меня убьют, как в прошлый раз. Пули нет. Тут уже по типу стреляют, он уже под обстрелом, блять. Блять, ну я хочу взять тебя. Какой противник высаживается, блять? В смысле высаживается? Кто высаживается? Куда, блять? Да, блядь, там снайпер сидит, тупо пасет. Давай въеби мне. Ага, тут черт сидит. Меня заметили. Пошел нахуй. Бля, моего типа уже уебали, понимаете? Я тут опять сам должен все делать. Бля, а как мне его апнуть, если они сейчас рашить пойдут? Я сейчас пойду его апать, мне в спину прилетит со снайпы. Да похуй, часть команды, часть корабля. Привет. Оно превратилось в ЛД. Сука. И теперь приходится его отогревать и т.д. Не, брат, я пиво в морозилку не совал никогда. Я все-таки парень немножечко думающий наперед, братишка. Но они где-то там. Они были на той стороне. Чувак со снайпой. Нахуй пошел, черт. А где тиммейт? Можно узнать импакт тиммейта? Шо по импакту? С кем ты воюешь? Понял. Блять, пусть он ебало получит, и я выйду. Отметить можешь, блять?
Спасибо. Он убил или нет? Похуй, сейчас узнаем. А, убил, убил второго, прикинь. Опа, что за гонщик? Блять, ну почти. Ебать гонщик, нахуй. Его почти въеб... Блять, комплекты падают. И тут комплект, и там комплект. Какая пизда. Ма... Опа. Да ты заебал ездить, ты, блядь, сука, призрачный гонщик, долбоёб. Блядь, там еще на КамАЗе, сука, дальнобойщики приехали. У меня играет музыка, мне похуй, я за камнем, я черепаха. Я черепаха. А где мой тиммейт? Мой тиммейт рядом со мной подприсел, ага. Я буду за камнем лежать, мне пофиг. Блядь, так, что-то мне подсказывает, что тут каждый сам... Гоу, коме херре, сука, коме херре. Что-то подсказывает, что надо уёбывать отсюда. Я помогу. Let's go back, пизду. Там 20 комплектов упало, 2 комплекта, третий одиночный. Ой, блядь, ну какая нахуй Фомоза? Блядь, по мне летят патроны откуда-то, Фомоза ебучая, откуда? Дойч Милойсми, блядь, по мне стреляют, мальчик. Талебро, блядь, талебро нахуй. Сука, мальчик, блядь, вот смотрите мальчика, вы же хотели, третий мальчик за сегодня. Бля, больная вообще, больная хуйня сегодня происходит. Так, мы сейчас идем опять в места особо заселенные. Швеп! Блять. Ебать, думал, показалось, братан, добивай. Блять, вот вся проблема в моем тиммейте. Я думал, показалось, реально. Я шагов же не слышу, а нихуя не показалось. Его резнули, мой тиммейт. Что делает? Сейчас посмотрим, что делает мой тиммейт. Угу. Ну, хороший геймплей, я считаю. Они ж точно не знают, что он здесь где-то. Поэтому они сейчас... Они ж не будут сидеть в доме все время. Они ж его сейчас не вычислят и не ёбнут. Он еще поблестеть решил из-за ящика. Гениально, гениально, брат. Гениально. Вот это хороший геймплей. Вот это чисто моя команда. То есть ты идешь рашить, ебашишь типа, а тебя не поддерживают. Не, ну нормально, 4 фражины въебал. Это нихуя себе. Я не хочу на этот геймплей смотреть. Поэтому я предлагаю поехать next. Так, ну что, куда мы идем? Я бы пошел... Не, не нахуй, конечно, но надо куда-то лететь ближе к зоне, они предлагают туда. У меня тут тиммейт какой-то появился, капитан. Я иду туда. Предлагает прыгать на хрен пойми туда. Так, я скипаю, потому что это вообще битва. Это минус уши, пиздец. Избегайте газа. Ну, поехали. А куда мы? Мы на... Ага, я понял, куда мы идем. Все, у нас есть капитан, пацаны. Под эту эпичную музыку я сейчас просто разъебу всю карту. Пока что-то просто не идет. Жил, музыка ебанутая. I got a UAV. Mm-hmm. Так, ну маму взял. Бэпка есть. Что у нас по карте? Чё-то я никого не вижу вообще рядом. Be careful, be careful. Бля, я бы на крышу вообще пошел. Куда они пошли? Куда они вообще пошли? Чё они хотят? Какой у нас план? Мы хотим просто бегать как долбоёбы или мы хотим повоевать? Может, мы идём тут, сюда, блядь? Вот там, вижу движение. Let's go here. Я бы на крышу. Да Бэппл лишний, блядь. Надо на крышу идти. О, тут тип на опене. Летит парашютист, что ли? А, не, едет. На нахуй, блять, на скиле переиграм. Хорошо, один есть, пацаны. Чисто для синих. Take it, boy. Так, грузовик едет по опену. Блять, что они все ездят по аэропорту? Заебали. Ну, по грузовику стрелять вообще бессмысленно. Команда у меня где? Кто-нибудь мою команду вообще видел? У меня типы уже в доме где-то сидят. Бля, тут знаете, если бежишь, надо просто бежать с датчиком, потому что я нихуя не слышу. А, 81 метр полицай, я понял. Где вражины гуляют? Противник отмечен. Армуров. Подбор. На доме вражеский ППЛА. Вот так вот, два тиммейта, ноль фрагов на двоих, ебать. Охуенная команда. Где они были всю игру? Ну хоть ладно, комплект купили, помогли. Хоть польза есть. Не, ну типы нормально, ноль урона, а чё, блядь, бывает. Зато левел, смотри, 113, 179, и Олежа 15 левела тупо завозит. Так, ну ГУЛАГ давайте пробовать завести. Проблема в том, что опять же не слышно, где противник. Лёнь, ползёт. А сколько надо с дробаша выстрелов попасть, чтобы герой умер? Скажите, почему я даю ему две пиздюли, он не умирает? Что он рассказывает? Ну вот враг, я вижу, блядь, сейчас ему объясню нахуй. Давай нахуй, дуэль в воздухе, ебанём нахуй. Давай! Я победу!
На нехуй. Эй, ты видишь там? Куда ты нахуй от папы? Противник высаживается в районе операции. Остались только вы. Закончите дело. One more, one more. Да иди нахуй! Ебать! Ебало разбьет! Три фрага, пацаны! Блять, это сильно было! Ебать, успел тупо! Я боксер нахуй, блять, тупо! Ле-ле-ле-ле-ле! Забью! Мы будем стараться, мы же с вами не для того здесь, чтобы ныть нахуй. Мы здесь для того, чтобы ебать. Поэтому на гаражи ебать опять. У меня пацаны полетели сами, а я полетел на гаражи. Ну я понял. Куда у меня пацаны полетели, они полетели на саммит, да? I know. Блин, ну я врагов тут вроде как не вижу. Хотя вот слышу, что тот воюет, парень. Да, тот парень действительно воюет. Блин, у нас вертик есть. Да, постаните побольше, пожалуйста, мужики. Давайте стона побольше, чтобы я нихуя вообще не слышал в этой игре. Давайте стона навалите, блядь. Отлично, отлично, геймплей, блядь. Это настоящий геймплей, чтобы вы понимали. Вон, парень сидит, смотрите, тиммейтик. Ящик нашел, говорит, бери. Да иди нахуй, не буду его брать. Давай, давайте больше стона, блядь. А то что-то легко играть сегодня. Ну и где враги? Let's celebrate. Ага, 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 нихуя себе, блядь. Нихуя себе вы жмете, мужики. Ебать, ты понимаешь? Ебать там тупо пацаны жмут. Лучше бы они пошли так в зальчик пожали, нахуй. Вместо того, чтобы в свои игры компьютерные играть, пиксели гонять по экрану, сука. В зальчик, сука, спортзальчик пошли бы и немножечко покачались, блядь. Пожали там килограмм по 60 хотя бы, блядь. Казап. Мяу, бой. И где? Давайте. Лыга. Куда? Го-го-го, лыга нах подобрал, блядь. Иго-го-го. Тут сюда, не? Ну что, сюда мы двинем, братья мои. Смотрите, проверка на смышленность. Need more money. Ай-я. Один явно неопытный парень. Официрен солдатен? Full team here. Watch out. О, путан, мерда. Да, сейчас бы... Отмечаю. Мужские стоны слышу, а не шаги. Я помогу. Не слышу шагов, похуй. Придут, выебут, значит. Над нами вражеский ППЛА. Блять, ну там в доме крыса сидит, я знаю. Нормор. У меня милишки нету, шагов не слышу, похуй. Ты зачем ты можешь ложить? Они такие же люди, как и ты. Почти. Вы что, ёбнутые? Почему здесь два типа отдыхать стоит? Это что за боты, блядь? И у меня еще пушка стреляла по одному патрону почему-то, а не... Как она должна была стрелять? Я такой захожу, зажимаю, а пушка не стреляет, нихуя, блядь. Подожди, надо не подвести этот город из ГУЛАГа. Время заслужить свою свободу, блядь. Это называется скилл. В ГУЛАГ не проигрывай. Вот один на один чисто на скилле завожу стабильно. Go here, go here, ладаут. Тупо лечу за ладаутом. Изи ладаут, так-то. По воскресеньям, день рождения. Ля-л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 я. Ля-ля-ля-ля, по воскресеньям я отмечаю день рождения. А я каждый день отмечаю. Опа! Куда полез, клоун? Сюда нахуй расстрелять, дуру, блядь. Полезла, клоунесса, блядь. На вертолет свой. Оптимейтик. Осуждаю, нахуй. Да осуждаю трижды. Путан. Да осуждаю. Какой Путин еще, блядь. А, там два ладаута, и он пошел туда. Ну, пойду тоже сдохну, шо, блядь. Я бы его никогда в жизни не пошел сейвить. Но я сегодня I'm слишком safe. Добрый. I'm safe, говорит. А я, блядь, добегу до тебя. Тут два ладаута, брат. Два ладаута лежит. Держу в курсе.
Все будет хорошо. Байбекай, дуру. Все, дефаем, держим хату. Тупо держим хату теперь. Did you get the ghosts? No. Ай. Держим хату, пацаны. Я смотрящий тупо. Я разыгрался, пацаны. Я прям чувствую, как разыгрался. Прям просто разваливаю. Все видите, две фражины уже есть, нахуй. Это не шутки. Двух убил на войне. Попробуй. Двоих тупо застрелил. Вражин. Рука чешется. А вот что делать, если ты лежишь в засаде, а у тебя чешется рука? Вы не думали никогда, вот реально, если ты вот такой в серьезной засаде лежишь, и у тебя зачесалась рука, что делают в этом случае? Офицером зальдатом! Держу дом, нахуй! Ебать, вы видели? Вы видите? Открываю датчик, и там два типа. Я подумал, что это парашютисты, а дуры тупо стоят. Понимаете? Они просто мнутся, не знают, как правильно в хату заходить. А надо видосы на ютубе для этого смотреть. Зашел, постучался. Привет, мужики, блядь, нельзя так говорить, нахуй. Аккуратненько заходим, блядь, спрашиваем, кто смотрящий, нахуй? Я смотрящий. Они стоят, мнутся, блядь, не понимают, что делать, блядь. Бля, у меня тиммейты пошли куда-то, хуй пойми куда, блядь. Что, давайте Знаете, я вот слышал о такой поговорке, что петушки всегда возвращаются в гнездо. Поэтому я предлагаю отсюда не двигаться никуда, а вот просто немножечко подождать. Так ладно, мне геймплей не нравится, скажу честно, пацаны. Вы не думайте, что я крыса. Не нравится, лучше идти умирать. You ready? А какой у нас план вообще? Ебать, уже зон. Подождите, 69 живых, лол. Я что-то пропустил, как игра так быстро пошла. Видимо, слишком долго я в доме сидел. Я слышал, когда зона на террей, надо идти вверх. И это не ошибка. Главное, чтобы я успел, потому что меня сейчас могут тут за говно взять. Так, чуть-чуть дал, тут сложно. Бля, как бы я сейчас за это не поплатился, я спалился, и сейчас меня подстрелят, и будет очень обидно. Но с другой стороны, от судьбы не уйдешь, правильно? Да, лети. Вот. Конечно, конечно. Иди нахуй, блядь. А откуда по мне шьют вообще, я не понимаю, а? I am safe. Easy. Хорошо. Ебать, как он забрался, ебать. А тут подкат, бро, въебало так же получил. Yes. Ой. Контролы. Все, пизда ему. О, у него жопа в крови. Тихо, лечь. Good job. Блять, откуда по нам хуярят? Дайте мне. Ах, вижу. Тут два снайпера, вы шо, ёбнутые. I don't have plates, man. Two snipers. Охуеть, блядь. Так, это был ласт рейдж. Ебать, я начинаю игру слышать. А! Блядь, и как отсюда? Надо, короче, я не эксперт, но надо уебывать. Сука. Так, куда эти петушки делись? Сейчас я им поставлю. Конечно, со снайперки любой может. Оп. Блядь. Щит. Блядь, ну честно? Понимаешь, брат за брата за основу взято, нахуй. Я не могу, он меня поднял. Я должен хотя бы попробовать. Иначе я себе не смогу этого простить никогда, ребят. Понимаете? То есть я должен это сделать. А не, пошел он нахуй. Тут фраги можно заебашить, тут типы бегут. Найс. Ползи, коме цуми, блядь. Не успею, да? Блять, вот он нахуй тиммейт, отомстил тупо за братишку своего, блядь. Вот она сила братская, понимаете? Понимаете, никогда, братьев, не бросайте в беде. Отметил, по-моему, мои типы, вот у меня типы со снайперками, но они вообще никого не видят. Да, собирай все патроны, блядь, все забирай, бля, снайпер стреляет опять. Бля, а мои снайперы, вот у меня же типы со снайперками, ну реально же. Ну реально же со снайперками типы. Почему они не отстреливаются? Почему они... Да ты заебал, блядь. Все, блядь. He's on the roof of that gas station. Я руфер, блядь, да, я уебаю, короче. Все, я пошел, каждый сам за себя, я понял. Там просто пацаны со снайперками, то есть я там отомстил. Опа, байкеры приехали. Байкер один готов. Второй съебался. Отмеч...
Подключаю медстанцию. Бля, в соседнем доме. Но я его не вижу, он невидимый. Бегает. Отмечаю медстанцию. Here, one. Бля, он гост, типа, я не знаю, где он. Может быть тут, может быть справа. Шаги слышал справа в доме, но там мой тип рядом с домом. Он готов. Блять, не ожидал я, что он. Патроны. Нормально. Я не ожидал, что он так выбежит нахуй. 6-0, блядь. Хорошо. Хорошая игра на самом-то деле. Фу, бля, патроны закончились. 30 патронов, это, конечно, не на... Это на дуосы комплектик. Ну, нормально, в любом случае.